если что-то будет, нас даже вывести никак сейчас. А что? Ну так. В кольце мы небольшом. Ну, окружили нас, короче. Вот, они где-то там пробили, я не знаю, пока врать не буду ничего, мне такая информация. Я сегодня пойду в разведку, в секрет, засяду, буду смотреть, как они передвигаются, что сделать, ночник. Да нет, а нормально, что. Тебе можно, что ли, да? А мне похуй, меня уже ничего там. Успокойся. А мне похуй, нормально работает. Да я просто кружили. Все последую, нет, и смотрю, сейчас... везут к вам. Да а? Нет, сейчас пробивать будем все равно. Завтра, что ли. А? Да окружение пробивать. Они нас думают, что окружили, мы им сейчас дадим. Мы тут сейчас с мобилизованным разговаривали, у них 4 танка. Сейчас будем пробиваться. Сейчас а мы посмотрим. А я слышал, что мобилизованных будут убирать, возвращать домой. Слышал. Ну, пока да, потому что очень много денег идет и на них, и на вас. Да. Она сейчас мясо будет отправлять. Я так понял тоже. Но народу все равно не хватает, будут забирать. Вообще жопа, короче, не хватает вообще. А